Я лично даже не предполагал, что... Ну, я думал, что, возможно, там 1% из 100 можно выиграть. Но я-то видел в списке, кто там будет выступать. А там довольно-таки серьезный. Он, Мурат Абаев, очень хорошо рвет. Саша Кибанов толкает и рвет хорошо. Просто вот сложилось так, что сегодня выиграл я. На предпоследнем подходе все эмоции, ну, когда уже Александр Кибанов помог в этом, вот, если бы, конечно, он толкнул, было бы потяжелее. Ну, и так было очень тяжело, особенно после рывка. Все ребята молодцы, очень большую рубку устроили. Вот, с ними было достаточно тяжело. Да, когда тяжело, тогда интересно. Когда, ну, маленький килограмм поднимают, и выходит спортсмен сам за собой. Это не так ярко выглядит, как должно быть. А кому вы посвятите свою победу? Тренеру и будущей жене. И еще, конечно, семье, бабушке, маме, всем вот родственникам. Что помогает? Тренер помогает. Больше ничего. А так, за сколько? Вот 16 лет я тренируюсь, 16 лет научился как-то настраиваться. Желаю не слушать никого, кроме своего тренера, ну и семьи, понятное дело, ставить перед собой цель и идти к ним.